Нормальный. Отправляясь на охоту в такие дикие места, надо быть готовым к различным ситуациям, в том числе встрече с медведем. Как правило, в это время года он сыт и не агрессивен. Медведь сам обычно стремится избежать встречи с человеком. Однако ситуация может сложиться по-разному, и надо быть внутренне готовым к ее разрешению. Опа-на. Ну что, буквально недалеко отошли от базы. Ручеек прошлись, рябчик отзывается. Три штуки отзывается. Подлетать не подлетают. Наверное, ветер сильный, что ли, такой. Вот. К одному даже подошел, ну, вплотную. На кедраче сидит. Не вижу и все. Вот, ну не вижу. Слышу, не вижу. Обошли и так, и сяк. Затих, не улетал никуда. Ну и себя не проявил, то есть не увидел я его. Вот. Ну и что, решил идти дальше. До следующего ручейка. Посмотреть там. Вот здесь вот еще, смотрю, такой типа болотца. Миленький березнячок он стоит. Сейчас туда пройду, посмотрю. Опять вышел на берег. Вид, конечно, ну просто шикарный. Вот как раз по утрам здесь на галечник вылетают глухари, тетерева. Вот, и погода, конечно, меняется здесь тоже очень здорово. С утра дождь. Ну вот, вышел тоже дождь. Мокро, сыро, туман, ветрище. Сейчас немножко раздувает вроде. Появляется голубое небо, появляется солнышко. Все по-другому. Еще ветер чуть подстих, может быть, рябчика не слышу. Не знаю, в чем вопрос. Ну, это только начало, по большому счету, мы от базы километра, наверное, километра, может быть, отошли. Вот, здесь где-то подальше, примерно метров через 500-600, как Юра сказал, есть профиль, где заходила геологоразведка. Ну, то есть старая просека. Мы сейчас до нее дойдем и пройдемся немножко по ней. Рябчик. Только что вам сказал, что погода стала хорошей, и опять пошел дождь. Так, пойдем здесь что-ли обойдем. Правильно манить рябчика вам помогут научиться сами же рябчики. Прислушайтесь к отклику и старайтесь повторить. Голос самца обычно звонкий, с большим количеством колен. А вот самки грубее. Я бы даже сказал, сиплый. Кстати, на манок реагируют не только эти птицы, но и некоторые другие обитатели тайги. Это писюшка. Маленькая прыгает. Пичушка. Маленькая прыгает, пищит. Часто такие незваные гости мешают охоте. И не остается ничего, кроме как просто сменить место. Да. Лес здесь, конечно, такой не особо проходной. Вот печушки вокруг. Прыг-прыг-прыг. Вот она подлетела. Кедровочка, что ли, не знаю. И еще какая-то. Вон совсем маленькая птичка. Несмотря на то, что у нас нет добытой птицы, мне все равно очень нравится. Рябчика в этих краях достаточно много, значительно крупнее. Основными же врагами рябчика в тайге являются хищные птицы и, конечно, соболь, для которого он один из основных объектов охоты зимой. У нас тем временем подозрительная тишина. Столько авансов дало. Вначале, а сейчас идем, пока нет.
Продвигаясь вдоль реки Фатьянихи, не особо глубоко заходя в тайгу, набрел на еще одно прекрасное рябчиковое место. Красота. Вот такое законное место Глухарина. Болото маховое такое, ягодник. Рядом есть как раз речка, галечник, все. И вот такой, как лес на гривке. Растет кедрач, елка. В общем, разные деревья, в общем, такой смешанный лес. И проходили, сейчас видели и помет глухаря. В общем, вот такое место. Вот здесь вот прям можем и встретить, конечно, но он нас особо ждать не будет. Мы сегодня без собаки. Вряд ли мы его заметим. А рябчик пока что-то не отзывается, но обязательно отзовется. Походив еще примерно с полчаса по тайге, я все же решил вернуться на базу. Рябчик здесь есть, и охота моя на него будет продолжена. Но в следующий раз за этой птицей я отправлюсь в более сухой солнечный день. Ну что, вот очередное утро в тайге на Енисее, в районе Верещагина, на Фатьянихе. Вот это утро совсем другое, отличается сильно от тех, которые были у нас до этого. То есть был снег, мороз и так далее. А сегодня с утра туман и пробивается солнышко. Полное ощущение, что сегодня будет ясный день. Время 6:30 утра, и вот мы с собачкой решили пройтись вокруг базы. Вот, Юра нас забросил где-то примерно 8 км от базы. И мы сейчас потихонечку с собачкой будем идти, смотреть. Вот где-то здесь есть и глухарь, рябчик. Посмотрим, что из этого будет получаться. Прям утро просто хорошее. Чувствуется, сейчас распогодится и будет очень здорово. Вдвоем с патроном, а именно так назвали этого пса местные охотники, мы отправляемся на поиски рябчика. Сегодня пока что безветренно, и это увеличивает наши шансы на добычу птиц. К тому же сейчас утро, как раз время кормежки. Такая спокойная, неторопливая охота в тайге мне нравится. Идешь потихоньку, разглядываешь все вокруг, наслаждаешься красотой. Без спешки, без суеты. Тайга, конечно, вообще не перестает удивлять. Да не то, что удивлять, а радовать и вообще. Земля мягкая, мох такой. Идти, конечно, непросто. Получается, чуть подпроваливаешься. Ну, вот здесь вот довольно чистый лес. Такой мох. Идешь, как по перине. Вообще тут ягоды вон. Классно. Кедр. В общем, все впечатлений. Куча целая. Собачка бегает и смотрит на нас, что это мы здесь болтаем. Вместо того, чтобы идти охотить. Давай, давай, пойдем. А, может и берлога, кстати. Берлога похожа. Вот. Идем по лесу. Натолкнулись как раз выворотень. Такое характерное место. Во-первых, достаточно высокое здесь. Не сыро. Вот кедр упал большой довольно-таки. И под ним полость образовалась. И вот здесь... Ну, небольшая такая вот как раз вход, даже и следочки видны старые такие. Ну, сейчас-то она, естественно, пустая. Вот, ну вот тут вот как раз законно зимует медведь. Подразрыто немножко, уже мхом так подзатянулось. Такая красота. Давай, давай, потрошь, ищи. Конечно, охота с собакой, это, ну, без собаки охота не охота. Здесь сразу несколько и глаз, и ушей. И то, что человек увидит, собака увидит значительно раньше, а то, что человек даже не увидит, собака видит и слышит, и чует. Вот, конечно, собачке в лесу одно удовольствие. Патрош, не ленись, давай ищи.
Рябчика пока не слышно. Может быть, рановато еще. Мы практически на грани ночи и дня. Прям еще только смеркалось, вышли. В смысле, не смеркалось, а только расцветало. Вот пока лес такой тихий-тихий. Уши навострил. Мы гуляли по тайге с патроном где-то около полутора часов, периодически останавливаясь в подходящих для рябчика местах и призывая его манком. Я уже было развернул в обратную сторону, как вдруг пес резко рванул и остановился с лаем рядом с березой. Там еще один, походу. Ну вот, два рябчика, одного взяли, пока не нашли. Найти рябчика сразу не удалось. Он упал. Помог подошедший Юрий, который, услышав выстрел, подошел поинтересоваться нашими успехами. Я имею в виду, от него почти что не осталось ничего, да? Курочка. Голову как раз попал. Красавец. Да. Вот он как раз долгожданный трофей. Долго манили, звали. Вернувшись на...